Усадьба Тимохова Саласкина – это единственный архитектурный комплекс, сохранившийся в черте города Видное. Сейчас это любимое место для прогулок местных жителей. Идея организовать субботник и привести в порядок исторический объект принадлежит сотрудникам отеля, который находится в усадьбе. Наш отель окружен парком, вернее, усадьбной территорией. Считаем важным внести свой вклад в общее дело, потому что людей здесь очень много, гуляют и каждый день, и хочется показать себя с лучшей стороны. Добровольцам выдали перчатки, грабли, лопаты и мешки. Общими силами волонтеры очистили парковую территорию от прошлогодних листьев и крупных веток. Также пришлось распиливать и вывозить сухие деревья. Работы достаточно много, но мы наведем чистоту и порядок, будет хорошо. Для того, чтобы наши гости и посетители могли насладиться в полной мере, прогуляться по парку и увидеть чистоту, как мы это все здесь благоустроим и как будет хорошо и чисто в нашем прекрасном парке. Кирилл Махров – член общества местных краеведов и проводит в усадьбе интеллектуальные игры для детей и взрослых. По словам участника субботника, имение Тимохова Саласкина богато культурными традициями. Была традиция пить чай с кизиловым вареньем, и вот этот кизил, значит, будет восстанавливать эти кустарники. Начинают с малого, тут не такое большое количество. Во время субботника было высажено более 10 кустарников кизила. Его предоставили сотрудники ялтинского филиала отеля. После генеральной уборки всех участников мероприятия ждал обед и традиционное чаепитие с кизиловым вареньем. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.